2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між прихильниками Майдану і антимайдану. Загинули 48 людей, близько 300 отримали поранення. Коментуючи 6-ту річницю трагедії, почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Ківалов зазначив, що пора не лише назвати імена виконавців і замовників винних в загибелі людей, а й винести їм справедливе покарання, поставивши крапку в розслідуванні трагедії 2 травня. Расследование ужасной трагедии, унесшей жизни наших граждан и ставшей точкой невозврата для многих одесситов, остановлено. А Дом профсоюзов на Куликовом поле стал мертвой зоной, местом скорби и траура. У меня и сейчас не укладывается в голове, как такое могло произойти в мирное время в миролюбивом городе. Еще больше недоумения вызывает тот факт, что 6 лет преступники и организаторы массового убийства находятся на свободе. Конечно, возмездие не способно вернуть невинно погибших людей, но поможет вновь обрести веру наших граждан в справедливость и закон. Мы просто не имеем морального права предать память жертв трагедии и надежды их родных. Одразу ж після трагічної загибелі людей Сергій Ківалов зареєстрував проект постанови Верховної Ради про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності, що призвели до особливо тяжких наслідків 2 травня 2014 року в Одесі, і вимогу притягнути до відповідальності усіх винних. Сергій Ківалов вийшов на прямий діалог з керівництвом Міжнародного кримінального суду і внутрішньої обвинувальної служби. У вересні 2014 року він відвідав Гаагу, очоливши українську делегацію, і зустрівся з її тодішнім головою Сономом Санхьоном, заступником обвинувача Джеймсом Стюартом і головою Асамблеї держав-учасників Римського статуту Міжнародного кримінального суду Тіною Інтельман. Стюарт тоді зазначив, що інформація про події 2 травня заслуговує на увагу. За підсумками візиту, Сергій Ківалов зареєстрував у парламенті проект номер 5161 заяви про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо всіх передбачених Римським статутом злочинів, скоєних з 23 лютого 2014 року. Будучи на той момент представником України в ПАРЄ і членом Комітету Ради Європи з юридичних питань і прав людини, політик підіймав це питання перед європейськими колегами. На встрече с председателем МУС я рассказал о трагедии, которая совершилась, предоставил перечень документов, необходимых для открытия производства. Но это не произошло по той причине, что Украина не присоединилась к Римскому статуту, а действия Международного уголовного суда не распространяются на преступления, которые совершаются непосредственно в Украине. Я озвучивал в ПАСЕ, что это геноцид против одесситов, мирных жителей, катастрофа, которую осуждает весь мир. Однако истинные виновники, чьи действия запечатлены на видеозаписях, по-прежнему разгуливают на свободе. Бездействуют органы правопорядка, меняются руководители правоохранительных органов, создаются различные специальные службы – НАБУ, НЗК, а к расследованию тяжкого преступления, совершенного 2 мая 2014 года, так никто по-настоящему не приступил. Может, кому-то выгодно специально затягивать расследование этого резонансного события, дабы истинные организаторы преступления оставались на свободе? Полное бездействие со стороны власти и правоохранителей вызывает неверие и отчаяние у рядовых граждан. Одесситы потеряли надежду, что виновных трагедий удастся найти и наказать. Очевидно, что в государстве, где безоружных людей заживо сжигают, а виновные остаются без наказания, все слова о демократии – пустой звук. Многие ожидали от новой власти, что это расследование событий 2 мая будет доведено до конца, а виновные окажутся наконец на скамье подсудимых. Но прошел год, и пока ничего не изменилось. Пора не только назвать имена исполнителей и заказчиков, виновных в гибели людей, но и вынести им справедливое наказание, поставив точку в расследовании трагедии 2 мая. Этого ждут от президента, генерального прокурора, правительства Украины не только одесситы, не только гражданское общество, но и мировое сообщество, международные организации. Пора положить этому конец. Виновные должны быть на скамье подсудимых, и судить их должен Международный уголовный суд. Преступники должны знать, что их бесчеловечные действия не имеют срока давности и что наказание неотвратимо. У цей скорботний для одеситів день Сергій Ківалов висловив співчуття рідним і близьким, друзям і всім, хто особисто знав загиблих. Також почесний громадянин Одеси і Одеської області виступив з ініціативою встановити перед будинком профспілок пам'ятник загиблим, як нагадування про страшну трагедію в історії Одеси і всієї України.